находится представитель серии световых панно под названием «Момент истины». А художник, находясь в мастерской, часто находится в состоянии неопределенности. Перед ним пустой холст, у него множество идей в голове. Ему приходится пройти через множество процессов повседневности, чтобы его настигло, и он сам настиг эту идею, эту искру, эту истину, которая отразится в его работе. То же самое я хотела дать прочувствовать зрителю. Зритель, который видит это полотно, оно пустое, оно ничем не примечательно. И тут же загорается свет, и появляется та искра, тот момент истины, который чувствует художник в момент озарения.